меня. Я еще тогда курила, мы вместе с ним курили на балконе утром там, ну классно. И еще ж, как бы, ну, вопросы такие он там спрашивал, типа, ты замужем? Я говорю, ну нет, не замужем. А говорю, а ты? Он, не-не. Как оказалось, это же, ну, вранье. Это женатый он, и двое у него детей таких взрослых, ну как, 12 и 10 лет. Девочка и мальчик, и он с женой, и дети там, и таксистом работают. Я узнала только когда приехала домой, через месяц он сказал. А до этого не говорил, наверное, боялся, что я скажу. Ну, пошел ты, потому что там был основной мужчина, если бы он не он, то по-любому кто-то пристал, по-любому, даже не обсуждалось, потому что все зыркали взглядом. Короче, я теперь говорю, что кто ты одинокий, вот это не надо вам подруги, вот это ехать с подругами, не надо, зачем? Едете сами, если вы хотите именно погулять, мужчину найти, потому что в нашей стране реально, ну, проблема с этим, наши мужики вечно с какими-то тараканами в голове. Пускай они сейчас обижаются, не обижаются, но это так. Либо они жалеют денег до такой степени, что просто жопа. Либо, короче, какие-то другие тараканы, типа, ну, не так сказала, не так посмотрела, не то сделала. Те ничего не смотрят, все так. Понятно, что могут сказать, ну, это, конечно, ненадолго, типа, на время, ну и хрен с ним, жизнь одна. Лучше недолго, да, хорошо, чем всю жизнь, да, занудно. Ну и, короче, он ходил за мной всегда. Да, вот мне понравилось, что не угасала в нем эта страсть вот такая вот на протяжении. И вот что я одену, он там, о, красиво там. Ну вот потом уже дошло, что он немножко приревновал, типа, уже за руку меня все время водил, чтобы никто другой не это. Я же начала расцветать от влюбленности. И мужики начали тоже зыркать, потому что, ну, энергия любви такая, она пошла, как бы, и я такая красивая стала, что я на массаж там ходила, море, ну, представляете. И он уже стал приревновать, за руку меня так водить, за собой. Интересно, сколько у меня тут минут наснимала, а уже по-новому пошло. Ну, ничего, я всегда так записываю частями. Ну, я не люблю монтировать, это долго, проблемно. Солнышко вылезло какое. И, короче, потом уже он, даже если куда-нибудь идти надо, там за руку приведет куда-то в зал. Так, сиди здесь, на тебе кофе, на тебе ром-колу, бренди-колу, все, на тебе, только никуда не ходи, сиди тут. А мне такого не хватало, я поэтому кайфовала от того, что кто-то вот так вот, ну, меня будет там посадит, сиди тут. Мне этого и не хватало, если честно. Поэтому я наслаждалась. Вот именно, что мужчина боится, чтобы я там ни с кем другим не ушла. Хотя я бы не ушла, потому что я влюблена была, что уже. Так мы провели эти дни. Потом уезжали. Он первый уехал там. И сестра, он говорит, так, только не плачь, когда я буду уезжать. А то, говорит, у меня сестра как увидит, что ты плачешь. Все женщины там собрались, его ж, ну, сестра, племянницы, и даже маленькие девочки, там какие-то дочки племянницы, и те все равно за ним. Вот такой человек, что его все эти бабы его, включая меня, все его, видно, что хорошо любят его, ну, так это его родственники.